В Нижнем Новгороде открылась выставка, посвященная творчеству великого музыканта Фредди Меркьюри. Его творчество покорило сердца миллионов людей, среди которых и создатель проекта, культуролог Артем Фигельман. Художественный проект под названием «3075» приурочен к 75-летию со дня рождения вокалиста рок-группы Queen Фредди Меркьюри. Но цель не просто познакомиться с творчеством Фредди Меркьюри. Автор проекта с детства считает себя поклонником группы Queen и хочет понять, как работают механизмы восприятия массовой культуры, феномен подросткового фанатизма и ностальгии. В основе выставки много плакатов, постеров, инсталляций и граффити, которые автор сделал самостоятельно. Мне показалось важным сделать проект и про Меркьюри, но прежде всего про самого себя, про вещи и образы, которые меня окружают. По словам автора, реализовать выставку было непросто. Трудности вызывал финансово-организационный момент. В то же время молодой человек не стремился привлечь сюда фанатов. В первую очередь он ставит перед собой исследовательские задачи. Экспозиция находится по адресу улица Короленко, 18, на втором этаже. Посетить ее может любой желающий совершенно бесплатно.